Итак, привет, ребятки, всем приветик, моим подписчикам. Так что я, короче, сегодня скачал игру в Стиме, блин, но она не новая, скажем так, но бесплатная пока что. Называется Warframe, или как она, что такое? Ну, такая космическая долбалочка какая-то, я не знаю. Я одну миссию проиграл. Типа прошел, сейчас типа вторую попробую проиграть вместе с вами. Это не стрим, это я запись делаю, конечно, но это игруха, конечно, красивая своего рода. Но, блин, я не знаю, кто эти разработчики, как они делают вот это управление. Я так напарился с тем управлением, пока я настроил под себя более-менее, чтобы что-то играть, потому что она изначально, но я не знаю, кто ее делает, блин, кто ее там разрабатывал, это дурдом, блин, управление никакое вообще. Почему не делать, блин, например, управление стандартное, как для всех, блин, ну, как все игры делают. Не, надо делать какую-то хрень такую, чтобы ты потом там полчаса разбирался с ним. Я вроде кнопки. Хорошо, что есть функция, что можно кнопки подогнать под себя все, ну, как обычно. Ну, давай. Чешем туда, блин. Игра так вроде красивая, блин. Так, вроде графика, так ничего у нее, блин. Ну, не знаю, сейчас посмотрим. Ой, туристика. И космос у нас красивый, скажем. The arms dealer is named Darvo. He's being held in the prison block on the other side of this factory complex. Активировать платформу. Это активировать. Мы сюда сбегаем. Без понятия, что тут. How many Grineer slaves died to build this place? Ну, такая коридорный шутерок такой, блин, в принципе. Я так чуть-чуть поиграл в нее первую миссию вроде. Darvo was out for himself, but he is sympathetic toward the Tenno. The Grineer must have found out. Чего перевод был? The Ascaris is working, breaking through. I see. The shadows of your mind. Don't let Vor distract you. Focus on the mission. It's our only hope of figuring out this link with him. У меня рубайка есть. Эти хрени можно разбивать, и он тут что-то подбирает. Ну, если надо, видно, ему не надо, раз он не подбирает. Чем-то он заправляется. Так, графон силен кое. Бич. Пистолет у меня есть. Ну, всякие финты у него интересны. Я еще полностью даже не разобрался, какие финты он там делал. Говорит, батенька. Кригер! Крадаться. Не забывай.
Ага, я понял. Раз, два, три. Что это нам дал? Есть дверь, и там есть дверь. По всей вероятности, где значок сначала туда надо. Как мы им дали люлей. Что-то из этой херни ничего не берет, блядь. Почему не берет ничего? Офигел, что ли? Всем страх.
Что там было? This is the prison block. If you can avoid detection by the warden, it may be easier to get Darbo out. Bypass the security so we can enter. Чего? Сломали ему шейку. Сниму. Ёлки-палки.
these cells for Darbo. He has to be here somewhere. Сломал кукух. Ребята. For this, Tim. I will get my entourage to meet us in orbit once we're clear of this mess. Extraction is ready. Remember, your success here depends on getting Darbo out of there alive. The Lotus must be desperate to send you fetching greedy fools from the corpus. Let me aside, Antenna. I'll cover you. Which end is the hurting come out? I kid. Что тут дальше? Ascaris has burrowed deep enough to give me influence. Shall I see how your shields work? The Ascaris is letting Vor control your shield. We must figure out how to remove it. Avoid taking damage while I try and block him. Maybe.
И все, миссия выполнена. Вот и все дела, блин. Hiya, Tin Suit. This your first time? Ой, вот так вот, ребята, видите, вот такая игрушка. А я так кусочек снял, уже поздно сегодня просто с вами поделиться. Ну, если интересно, ребята, ставьте лайки, напишите. Я буду продолжать снимать видео на игрушку. Может, постримлю чуть-чуть. Там или видео, или стрим. По желанию. Все. Всем спасибо огромненькое. Всем пока. До встречи.